Продолжаем предматчевую пресс-конференцию. Сейчас у нас в гостях главный тренер команды Номми Калию Сергей Анатольевич Терехов и капитан команды вратарь Виталий Тереш. Пожалуйста, Сергей Анатольевич, пару слов о сопернике, пару слов о предстоящей игре и дальше коллеги. Ну, соперник нам достался, безусловно, один из сильнейших, который мог попасться нам. И, скажем, условия, в которых здесь, скажем, климатических, тоже нам достаточно сложно. А так, в принципе, игра начинается с 0-0, поэтому посмотрим, что у нас получится. Вам руководство, вы пятый год участвуете в Еврокубках подряд. Руководство какую-нибудь цель поставило в Еврокубках? То есть, ну, допустим, пройти в третий раунд, во второй раунд? Нет, ну безусловно, но все-таки свою роль играет жеребьевка, поэтому зависит в этом плане очень много от соперника. И, скажем, нам не хватило три места, чтобы быть посеянной командой, поэтому, безусловно, для нас достаточно сложный соперник из всех тех, которые, допустим, нам пять команд могли достаться. Безусловно, самый сложный достался. Можно еще вопрос, да? С вами прилетели болельщики, может, представители? Нет. Мы прилетели рейсовым самолетом, поэтому у нас команда еле поместилась, чтобы за неделю. Поэтому еще первая игра на выезде, у нас времени вообще не было, чтобы, скажем, и билеты, и все это, и визы надо было успеть сделать. Поэтому, в принципе, суета была большая. И успели, приехали здесь теперь. Касательно климатических условий. Раньше приходилось ли играть тоже в какой-нибудь стране или в городе? Мы играли с Азербайджаном. С командой, по-моему, 2 года или 3 года назад. Да. Ну, там тоже игра была вечером, но достаточно жарко, тоже порядка 30 было. Еще такой вопрос касательно тренировки. Вчера мы проводили тренировку на запасном поле. Что можете сказать про это? Ну, ничего, мы отказались проводить тренировку в 6 часов вечера, так как было слишком жарко, и согласились провести ее уже поздно вечером без освещения. И, в принципе, потренировались 45 минут, но, скажем, было уже все-таки попрохладнее. Насколько вообще для вас странно, что основной стадион готов буквально вот, ну, вчера его заканчивать? Ну, я не знаю. Это, в принципе, вопрос, я думаю, не ко мне, но делегат матча должен решать. Конечно, состояние поля, безусловно, не впечатляет, но, как бы, не знаю. Это уже как бы представители УЕФА и так далее. Там, и как вам здесь играть? Это все-таки ваше домашнее поле. Вопрос, насколько команда, внутри команды, игроки готовы пройти для того, чтобы, вернее, готовы к тому, чтобы пройти в следующий раунд и сегодня сыграть удачно? Не, ну как тренер сказал, игра начинается с 0-0. В команде хорошая обстановка. Первая игра покажет. Я думаю, в гостях всегда как бы тяжело. И если отсюда уйдем ничью, то я уже думаю, уже будет хорошо. А так, хорошее настроение. Единственное, вот два вопроса, как уже упоминали, что климат, конечно, для нас немножко жарковат. И второй вопрос, состояние поля тоже. Ну, сегодня посмотрим. Еще коротенький вопрос. Травмированные все ли в составе? Нет ли кадровых проблем у вас? Ну, все, кто приехали, все здоровы.